Всем здравствуйте, меня зовут Михаил. Это рубрика компании DigiTrade по разбору сделок из возможного домашнего задания, предварительно выложенного во вторник в группе ВКонтакте и Фейсбуке. Давайте начнем. Сейчас покажу вам несколько сделок, да, которые вы могли бы сделать. Вот и которые я тоже торговал. Ну, давайте начнем с первой акции. UNIT. На самом деле очень хороший вариант. Сейчас покажу. На дневке видно очень хорошая дверь. Да, очень. Что очень хорошая консолидация, которая с low 18, который видно, что потихоньку, да, начали пододвигаться. После чего случился пробой с объемом, и эта акция попала к нам на лист. На лист домашнее задание на 19 сентября. И, в принципе, себя оправдала. Вот, да, сделала сначала вот здесь, вот, ну, не знаю, здесь довольно-таки тяжело было зайти. Куда-то вообще, ну, самое главное, что она образовала лоу 17, чуть подпробила. И под 17 в 11 часов началась вот такая вот консолидация. Вот, да. И вот здесь надо было заходить обязательно. С чего произошло движение, откат, еще более длинная консолидация как раз таки в обеденное время. И в час после обеденного времени дала чуть подумать, чтобы зайти вот здесь в эту консолидацию. И сделала еще одно движение. Сделка вообще отличная. Ну, простая формация, консолидация под круглой цифрой на лоу дня. То есть, если бы, конечно, она еще чуть-чуть ниже под 95 консолидировалась, было бы круто, но она прям под 17 и под лоу начала прям держаться очень сильно. И очень хороший момент, еще дала вторую точку входа возле 80, которая консолидировалась в обеденное время и после обеденного времени пошла. Класс. Следующая акция это UAL. Вот. Сейчас покажу. Акция сильно много не дала, зато был хороший риск. Ну и движение на самом деле было отчасти неполноценное. Она была... Она начала подходить к лоу вот этого движения, да. То есть было большое движение, откат, и вот клоу вот этого движения, она начала подходить. То есть если даже рассматривать это как 5-минутный, ну не как дневный, не как дневной, а как 5-минутный график, то вот ситуация с обозначенным лоу, тем более за полгода это лоу, за год, конечно, это не лоу, но и здесь как-то каких-то круглых сильных цифр не было, и в принципе у нее полет до 55 56 свободно есть. Вот. Здесь она начала подходить к этому лоу, причем после объема сделала движение вниз, закрылась под самый лоу дня. Да, и в принципе рассчитываем на продолжение такого движения, на пробой вот этой 57-75. Вот. Она в принципе сильно не ушла под дневки, но все равно ситуация была вот интересная. Походила вверху и в 11 часов зашла под лоу и сделала большую консолидацию. Вот такую вот. Причем это было под лоу предыдущего дня и под лоу этого дня. То есть она с утра открылась, сделала движение вверх, под лоу, сделала такую консолидацию. Сильно много не дала, хотя в принципе 35 центов очень даже неплохо, при условии того, что здесь риск вообще минимальный. Можно было свободно зайти там по 94 со стопом за 58.01. Особенно вот здесь, например, да, когда уже было видно, что сначала поджимали, она сделала слом. Здесь даже можно было как-то стоп поменьше попробовать взять. Вот здесь, здесь. Под лоу дня с четкой цифрой. Хорошо. Особенно вот здесь на сломе. То есть я обычно на такой цифре, конечно, бывает захожу, но когда вот такое поджатие идет, вот не стоит.
надо подумать. После она сделала смещение и вообще супер. Отлично. Под лоу дня консолидация. То же самое, кстати, как предыдущая, только здесь, конечно, более мутно, но здесь мы учитываем еще и дневку, что идет потенциал на шорт. Поэтому благодаря дневке, то есть, смотрим акцию вниз. Ну, давайте посмотрим следующую акцию. Следующая акция не была в домашнем задании, но я ее отобрал во время, точнее, не совсем во время, я ее отобрал также перед торговой сессией, просто я ее отобрал после того, как выложили домашнее задание, поэтому она не успела попасть туда. Вот, ситуация очень похожа с предыдущей UAL, то есть, но здесь единственное, что это годовой лоу. Вот, а так тоже движение вниз, показало лоу, откатилась, пошла вниз, и вот у этой части начала лоу что-то делать. Вот и здесь вот появилась вот такая вот хорошая ситуация. От 42, от 43. То есть, да, акция стоит у лоу годового. Предыдущий день. Вот на 5 минутке. Идет вниз. У 43 показывает, что есть какой-то интерес. Движение вниз откатывается, выше 43 не поднимается. И на следующий день с открытия быстро ее под 43 сгоняют. И около 43 держит уровень сопротивления. Если здесь еще, возможно, можно было как-то думать, заходить, не заходить, то вот здесь вот 100% надо было уже заходить, когда она под лоу начала консолидироваться. Потому что если вот здесь еще кто-то мог бы, да, там подумать, что она вниз не ушла, стоит еще на лоу дня, но вот тут, если присмотреться, да, что она под 43 консолидируется, а потом еще и под этим лоу начала потенциал минимум, да, 42, там, 55, это от 90-45, ой, 35 центов тоже, от 43-45. И, возможно, даже продолжение на еще ниже, при условии того, что она будет пробивать дальше. То есть она до 42-40 спокойно сделала очень хорошее чистое движение. Очень жалко, что я вам ее в домашнее задание не скинул, потому что чуть позже увидел. Ну, извините, так получилось. Правда, не хотел. Ну вот, опять тоже консолидация под лоу. То есть обычная формация работает. Отлично. Причем, кстати, в предыдущие дни я вам уже показывал эту формацию. Она, как вы видите, тоже не 100% работает, это понятное дело. Но если вы будете придерживаться этой стратегии с консолидацией под лоу, тем более еще и будете соблюдать дневку, то количество прибыльных сделок будет либо выше, либо будут по, как-то сказать, по величине прибыли перекрывать ваши убыточные сделки спокойно. Это как это такая уже довольно-таки старая и проверенная рабочая формация. Консолидация под лоу, консолидация над хаем. Вот. И следующая акция тоже TXN. Здесь уже идут хаи. Это, кстати, тоже сейчас покажу. Вот это вот в тот день у меня во многих акциях в отобранных была похожая формация. Я вам потом даже быстренько покажу. Движение вниз, движение вверх. И над хаем идет консолидация. Но здесь она немножко, ну, посмотрите, увидите. Похоже очень. Здесь единственное, что есть отличие. Ну, сейчас покажу даже. Вот, акция пробила 84. Пробила годовой хай. Следующий день сделала движение наверх тоже. И рассчитываем также на продолжение движения. С утра упала. Это, кстати, скорее всего, даже из-за рынка. Потому что рынок, как видите, в первое время тоже сделал такое большое движение вниз. Скорее всего, под натиском сдалась все-таки. И здесь вот у нас есть несколько точек входа. Но есть одна самая хорошая. Движение вниз, вверх, на хаю.
86-40, что совпадает с хаем предыдущего дня, есть раз консолидация. Можно было пробовать заходить, но консолидация здесь не очень чистая, так что, скажем так, в это я не полез. Вот. Дальше можно было заходить вот тут. Консолидация уже идет чуть-чуть повыше. Уже более хороший вариант. Давать чуть-чуть денег. Потом раз, еще одна идет консолидация. Но вот здесь вот уже как бы даже не плюсует, потому что не подумайте, что я это вижу, но акция сделала довольно-таки сильное движение наверх, и уже можно было, тем более она после вот такого отката, можно было уже все-таки подождать бы лучше бы какого-то отката. Если вы в уровне в хаях не успели взять, то после такого сильного движения наверх, тем более когда она еще откатилась, там, она прошла point 20, ну, лучше, конечно, все-таки как-то присмотреться, подождать отката. Откат мог быть, кстати, не здесь, мог от 87 пойти, пошел отсюда. Шел откат, и на откате вот такая вот консолидация с поджатием наверх. Еще и можно было даже с пробоем попробовать взять. Вот здесь можно войти, вот здесь, тут, тут. Классно. То есть идея лонговая сработала, рынок в хаях. Отличный момент. Движение, откат, движение. И вот здесь под рынком. Ну, кстати, я говорю, вот эта формация была вот очень похожа. Сейчас несколько акций вам покажу, тоже за этот же день. Движение вниз, вверх, стоит на хаях, движение наверх. ACTT, да. Амат, тоже в хаях. Это, кстати, технологии все. Нужно у них там как-то под кого-то они прогнулись, да. Движение вниз, наверх, на хаях и вот чуть-чуть наверх. ЭН. Вниз, вверх, уже откат, движение наверх. ОЛН, это все как бы акции из домашнего задания. Вниз, вверх, стоит, наверх. То есть, да, как вот находятся формации закономерности. Если увидите что-то такое во время рынка, ну то есть уже это понятно, что я уже сейчас смотрю постфактум, я на самом деле это во время рынка я это не заметил, то что много так акций делают. Очень похожее вот движение, да, на TXN. Ну, в TXN, конечно, лучше всего сработало. Ее и видно было. У нее красивый откат был, здесь красиво. Ну да, и как вот находятся формации те же самые. Смотрите во время рынка, одна и та же формация повторяется. Вот я сейчас показал 5 акций из домашнего задания, в котором там было 15, там, нет, 16 акций. То есть 30% сделали из отобранных акций одну и ту же формацию. То есть так, в принципе, и новые формации находятся. То есть если увидите какую-то закономерность во время рынка, тем более если заметите ее пораньше, например, секторные, да, когда финансы, да, обычно, либо, возможно, нефтянки какие-то начинают ходить однотипно с одной и той же формации, да, вот так можно брать баскеты, то есть по несколько акций сразу, либо находить какую-то закономерность. Вот. Ну, на этом все. Вот, на следующей неделе также будет предварительное домашнее задание во вторник. Потом в четверг будет также разбор видео. Пишите свои сделки, если хотите, чтобы я их разобрал. Пишите свои вопросы. Вот. Ну, до следующей недели. Всем удачной торговли. До следующего четверга.